Кто у нас сейчас танчить будет? Я тебя там жучка. Смарт будет танчить. Чихуахуа. Да не. Голосистая. Плеча смените меня, пожалуйста. Я уже тут дать футбол. Прото давать людям или нет? Тут да съесть. Хорошо. Футбол по престолу. Пристал. Лапу каску паладин. Пристал. Крест еще. Ты каски давай. Крест по крестам. Кто-кто каски? Ты. Как бы готов? Четыре паладина, зачем я каски? Далеко просто. Я запустил Void, иди на позицию, я на позицию, погнали. Они кто там, кому кас? Паладина, наверное, круто поседал, наверное. Хваленые силы. Да, да. Делаем третий пул лича, не третий. Пятый. И ни разу я не видел еще второй фазы. Мы даруем тебе быструю смерть. Поставь тотемы хаба. РДД, станьте в звезду, пожалуйста. Мы теряем кучу дистанции через то, что вы стоите где-то в жопе. Вытягивание крови какой-то, черк. Ты у кого? Вон, у этого чувака, Ламин, Джейн. Знаешь, что это пета с ней стоит, но только что кто-то стоял вот тут. Почему Элим второй по ДД? Вы чё, ребят? Вообще упоротый. Погнали. Ловушка. Прям будет. Да-да. Звездочку. Стоим. Чуму смотрим. Чума. Завон. Он. Там есть чума. РДД. Видел, вар принес чуму или нет? Чуть не успел заметить. Не, он не вынес, я здесь подал. Что смотрим, РДД. Мириков тоже проводи. Ма на Фалариуме. Давай, Фалариум, диспел. Хорош! То есть, охуеть. Прибежали они, да? Там уже прокнул этот, если... Ревность. Да. Да. Подкидай каплю. Короче, я буду волной тупо протокол хилить об этом. Да не, ну ничего, ему. Ну, диспел. Войд, давай каплю. Виталик, ну давай каплю. Дал я. Проводи, продопал. Второго еще. Звездочку. Чума вообще есть, нет? Крым на тебя бьет как. РДД перебежали, стали звездочку. Давай, вынеси, диспел. Зубы давай ДЦ на... Пропало? Идем духов. Тут, да, короче, нету чумы вообще на мобах. Есть, там есть. Чума, не парься. Она-то точно есть, да, и какие на мобах? Забирай БДК. Угу.
падать. А ханты вообще не диспелит вот эту персу? Ебать, какая-то проклятая хуйня. Вар мне винит чуму первую вообще. Да, давай ГП, давай. Ну как диспелит, так, недостаточно, конечно, но диспелит. Пенёк, зайди магом, ты тут? Зон, зеленый, кастуй камень до варам. Вон анимала бери, анимал веркапы, тут каким-то ДД мощным. Камень в Далларан кастуй зеленый. Зеленый. А он не ВРК, походу, еще. Он бы не поставил знак вопроса, не был бы он ВРК. Тебе рано еще здесь. Тут надо выносить чуму. Да, ты не выносишь чуму совсем. ДПС слабенький пока что. Для лича. Вот тут вальки веснуть. Стойте. Сама заплыть. Рыба. Где рыба? Вон варенька у меня. Я вижу. А это футбахнус. А, холипал еще не сумается, а не сумается. Футбахнус. Эти каски по пистам. Сейчас. Что там с этим варом, который чему доносит? Если что, я на поталу могу зайти, хаба там похилит, например. Понял. Все. Тут я могу зайти на протовары, и проблема пропадет, но давайте еще посмотрим, что с этого все получится. Пиздец, ревностный прокает на первом шаркающем, это просто пиздец. Все, я запустил, все звезды считаю. Ханты диспленте покидает, почему? Это есть, да? Ну, как он называется? Рагу. Джерин, сейчас проблема в протопале была, я не понял? Ревностный прокает. Ну, что мне делать, и баблами сидеть, и тачить их, что мне пробовать? Ты должен давать станы под его персу. А я что делаю? Тогда у тебя не будет, если ханты будут диспелить после этого во время станы, то у тебя не будет прокать ревностно, никак во второго. Так, ну так они не прокают, там стан идет 3 секунды, потом берса еще остается. Я знаю, вот за эти ты типа даешь стан, и за это время ханты должны диспелить. Они не диспелят, так какие проблемы протопал? Короче, я понял, хилая хуйня. Да будет так! Ну хилят, не хилят ваншоты как бы, все, давайте, бой начинается, погнали. Господи, спасись, храни. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света
Да, перебежали. Мы еще и в РДД зоне. Ма. Фалион. Где спал? РДД. Мириков проводи тоже. Пробегайся. На значке стоим. Да, чему смотрим, Миликов проводи тоже. Звездочки стоим. Ма. Ру. Диспел. Стой. Миликов. Смотрим, сейчас ловушка. Шаркарь будет. Дрожание. Милики, ловушка, милики, рещи. Шаркарь в мили зоне. Стоим, чума. Зелена, чума. Спел. Спел, зелена, чё ты там стоишь? Бля, ты пиздец, перебежали. Ставим звезду. Протопал проводи. Протопала прохил. Пал прожмись. Зубы ДЦ. РДД перебежали. Пиздец, там на Мирике. Сука. Виталий Кундер, Сон, Элвин, Монарх. Ну кто, блядь, забежал нахуй? А чё так далеко он? Короче, меня это заебало. Все, кто сейчас сдохнул в ушке, получают по 1000. Как это меня заебало. Ну, надо БДК научить тичить, он неправильно танчит. Успокойся ты, давай ГП как бы адекватно. Ну там сколько дают? 200? Нормально, по-моему, тебе танчит, мне кажется, это пацаны тупят. Там, короче, есть такие ситуации, когда мы несем чуму, да? И один раз на БДК здесь чума, он даже не пошевелился. Он видит, что мимо него бежит человек с чумой. Надо подойти ближе к личу, чтобы на спину ему она не перекинулась. Ему похуй, он просто стоит. И когда ты стоишь, ну, спиной, и нам нужно идти за тобой, это неправильно. Должен. Кто там еще улетел? Далеко. Дарксон, Элвин и Монарх. Монарх и Дарксон. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Надо менять, блядь, вот этих всяких слабых ДПС. Где там варенье? Ну, если все будут выполнять тактику, то мы убьем и с таким ДПС. Не в ДПС проблемы. Это понятно, но как ее выполнять? Первый вайп протопал, второй ловушка, протопал ловушка, протопал ловушка, протопал ловушка, и так ПКД. Сейчас, мне кажется, следующий вайп опять протопал упадет, да? Как сделать так, чтобы не падать? Давайте подумаем. А может захиливать ловушку надо? Не успеешь. О, сагри уже валькирии.
А что будет, если все попытки потратить? Пилос не запустится. Просто лич пропадет и все. Будешь лапу сосать. Пропадет? Не, не пропадет, он просто бить начнет по 100 канах. Не, он просто пропадает с трона и все, его нет на троне, он уходит, он покакал. Все. Давай. Сука. Просто интересно, доводил? Да, мы доводили, когда первый раз на сервере плюс 0 делали. Два раза доводили. Плюс 0, короче, анбаф. Мы доводили тех, кто убивали личат на первом мире. ТКД. Они вообще бедолаги. Я там читал статью, как они убивали. Там капец. Пацаны двое суток сидели и меняли друг друга, кто там спал по полчаса, кто кушал, кто срал. Двое суток сидели. Да не. Скажи, кому 3 часа посидели, там все уже люди начинают. Они 4 недели, по-моему, траили, на 5-ю убили. Они убивали все до лича. И отдельный рейд собирали потом лича. Нет, ты что про Парагон? Я про Dream Парагон, а не Парагон Украин. Не знаю, кто это такие. Кукаску по престантам. Элект. Манорек. Дайте кристалл, хаба что не хватает, элвинг что не хватает, хант, эрл грей что тебе не хватает. Джерин, а почему два ханта в дне по ДПС? Почему так вообще? Потому что Хмели Сунели не умеет играть и эрл грей не умеет играть, вот и все. Больше ничего не могу сказать. А что им сделать, хотя бы первый шаг, чтобы, блять, больше начать давать, хотя бы на косах? Бить выстрелом химеру под верный выстрел, а не прицельно. Когда прокает от верного увеличение дамага на 10%, хотя бы первую с химеру посылать. Как-то так. Первый путь к успеху за охотника. Ну, слушай, тихо, я... Второй этого не делает. Поставь тотема, хаба. Кстати, по станам Void, Кружочек, Виталий Кун, Ромбик и Smart Q трусы. Хаба завис, хаба завис. Угу. Потом я поставлю, как раз виснешь. У меня дисклон. Ладно, я поставлю. Когда перебежали звездную точку. Хаба, отбегай быстрее. Дискон у хаба и вышел. Я не слышал. Почему я не спал? Он отрепишь. Просто по обычку перебежаемся. Ставим звездочку. Прибежали на звездочку. Туннель. Пал. Пропал. Перебежали все. Все стоим. РДД. Мириков проводи тоже. Протопал проходи. Чума. Летел? Два. Летел из РДД.
Фрейд, я улетел, но я не попал в ловушку. Меня не было там. Я мимо них пробежал прям, вот. Чем не были? У нас минус 3. Падай. Так что взорвал не я. Не зайди, пожалуйста, на Холипава. Я сейчас кикаю всех людей, которые меня бесят. Мне не нравится. Я сейчас доберу 3 их людей, мы просто это все убьем. Ты бы не кикал, а кидал там 8 лига. Так, я высохну, я туда. Я потому что это уже выбешиваю. О, хаба тут. Это знаешь, Джерри, как смотришь на этот экран, нахуй, на такой рейд, и кровь просто из глаз течет, нахуй. Нет, глаз дергается просто. Глаз дергается, то хуй. А Зелона добирали на лича, правильно? Там рядом Гоша боксерская, нахуй. Зелона, как сначала с нами было? Я этот Суаре, я не буду его. Спроси у него, я не помню. А что злой Вилли, он же вроде левал. Блять, Ваня, давай на лича. Тут вами будем все как гнари, блять. Тебя не хватает. А у нас еще не про ДК? Все убьете. Летит, летит сюда, летит, 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 летит. Все пизда шами. Летит, летит, летит. Пошутите. Красава. Красава, приз. Спасибо. Если лететь, не надо бегать. Просто остановитесь и все. БДК. Чего вы начинаете икру метать? Икру метать. Что? БДК, иди сюда, пожалуйста, ко мне в кружок. Ты слышишь меня, Урка? Блять, мы не можем пройти мимо, Валик. Нормально, нормально. БДК, ты тут? Подойди к кружку. БДК, блядь. Сердобольная там кого-то весит еще. БДК, иди сюда. Блядь. Алло. Кайман, ты тут? БДК, ты тут? Слышно меня, нет? Не заебал. Не, не слышно. Но касай! Да как не слышно? А можно отойти? Ну так легко не слышно. Чин-чай хочется. БДК, иди сюда, в кружку. Тебя никто не слышит, твой. А меня... Как никто не слышит? Ты чё, на приколе? Ой, так. Милюсина, я тебе дам ещё один шанс, потому что ты Муханту я шанса не дал. Если твой дамаг сейчас не улучшится, я тебя поменяю, мне насрать. Сука, БДК, Каймадри, подойди к кружку. Пиздец. Я зачем? Может, он не ворка? Ой, тебя не слышно. Ты хотел кому-то тактику рассказать. Тебя не слышно, если что. Типа баб.
тыкните на сумон, дайте фулбаф. Алло, бля, теперь слышно? Тебя и так давно. Тебя никто и не ест. Чего вы спалили? Иди сюда. Давай. Подожди, Джерри, дай ему рассказать. Музыка, подойди к кружку. Пока слышно, Войт. Да иди ты нахуй, слышно все, блядь, долбоёбы, блядь. Приезжайте в Монорек. По престам. Вот и как, блядь, сука, ты меня просто выбесил, блядь. Я тебя 100 раз зову, нахуй. Хочу тебе объяснить. А ты, пидор, не подходишь. Да? Крис, бабки. Монарх, ты тут, монарх? Войт, он тебя просто не слышит. Да. Монарх. Кулак вроде. Наконец, хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Поставь тотем. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Ну скажете, когда запустите. Дайте кулак повару. Джазевский, дайте кулак повару. Ай, сука, вы смотрите в гильдию сейчас, что делается. Моей безграничной мощи. В принципе, сейчас должны переводить еще побыстрее. Э, вары, бейте рассекающим, почему, блин, куча трэша у нас на переходе? Помах им, когда я помогу. Пиздец. Мод. Ловушка. Милики. Чума. Секунд. Побежал. Да, прибежали. Звезды растаим. Протопал, протопал, все перебегаем, смотрим чума. Стали в звездочку. Иди чуму вынес. Спал. БДК, милики, отойдите в стороны. Пока. Мы еще его возьмем протопала. Смотрим ловушку. Протопал. Все перебегаем. Соберите пиздюков с РДД зоны, что-то они меня убивают. Ставил. Пиздец. Подымай, Пандарум, подымай его. Милики, 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 протопал, проходи. Захил, захил, протопал. Не успел сейчас. Поварим, подымай, Менска. РДД, ловушка, перебежай. Зубы, зубы, да задай ему. Давайте рейд, прохиливайте. Сейчас я спою гимн на ману. Даю гимн на ману. Даю гимн на ману. Что у него да. Есть, а я еще... Что у него есть? Зачем ему бабка? Сука, кулак дайте. Ну. Всем. Дайте пименскую фулл баф. Бери.
Сорвите дух, пожалуйста. Ну-ну-ну-ну! Сферу. Звездочку составим. Дух в рейд! Звездочки стоим, звездочки. Звездочку не видно ни хрена, да? Когда квадрат. Станы, станы, станы. Станы, бьем валь. Красавчик, Рог. Я хочу сказать. Рост можешь? Давайте, рост. Рад вставать. Там в лужу. Бля! Чего-то он сделал, да? Давайте, стрим, давайте гневы. Давайте все. Все бьем. Бейте или чё? Сейчас сначала выведи. Осквернение, блин, сначала не надо в центр вести. Милики, смотрим, осквернение. Ну и всё, давайте все. Всё в квадрат. Ой, долбоё. Давайте стоим. Шаманы в кружке. Не стань, не стань. Я лужа! Фу, играйте! Меча бери. Квадрате бейте меча. Там лужу поставь. Слушай. Бля, дайте гнев небес. ТЦ, осквернение. Ну еще по красоте, по красоте! Серега, кто завалит? Странно, вроде ДПС есть, я третий туда магу, при том, что падал. Да тут все есть. Идеальный рейд, да? Да ну, чё, Хмельс ударит, дамажит лучше, чем будет. Кто дамажит? Мелисунели, вы его кикать хотите? Я же говорю, вой, накиньте и убьете. Но если бы будет еще кулак бафнул, было бы вообще замечательно. Если бы БДК еще, блядь, подошел послушать, что я ему хочу рассказать, было бы вообще охуительно. Сейчас два момента. Смотри, ДЦ, я тебе объясню один раз. Ты заливаешь осквернение под троими валями, и милики их не могут бить. Теперь вопрос, зачем ты так делаешь?
ты, ДЦ, смещайся от рейда вправо и влево, но ни в коем случае не стой в центре за кругом. А как пушистые умирают? Я уже стоял. Пришествие. Это же девочка, по-моему, да? У тебя все нормально, зайка. Ты смотри, там будешь падать, тебе воет на санях с этой собачьей упряжки приедет. Господи, это черный лимон. Я понял. С банкой кислого. Давай, я тебе накину ЕП. Хаба, спекайся в Растер Шаман. Черный лимон, этим все сказано. Черный лимон, почему ты так косячишь? Жутко. Так это что, черный лимон? Я уже кидывал, Жарен, я уже кидал для крейка. Да, ну то отними. Дайте я нам доказывать, я не хочу на это смотреть, у меня кровь из глаз идет. Пускай дамажит. Все, никакой не видно. О, среда. Ты слышишь, Джерри? Что? Я хочу на это доказать, я тут ДК мне не нравится. Ты видишь, как он танчит? Мы сейчас два раза... Хаба, спекайся в хила, а я сейчас добираю вара и все будет ок. Ну так ок, если он так же будет продолжать, сейчас два раза надо было чуму выносить, если бы он... Ты знаешь, как будет хилит? Пал он. Он вспышками фигачит. Флешками. И медики не донесли бы чему, если бы вот тогда на руку кинулось, это повезло, что он спринт прожал. Кинулось бы на какого-то ретрика, блять, он где. Да вообще что тут далеко бежать, капец. Ну, а ему похуй на это. Ну, вообще не меняем. Я ему говорю, блядь, подойди, послушай. Ну, человек, я хуй знаю. Ни ответа, ни привет, она хуй сидит, молчит. Тыкните на сумму. Так, потом звезда. Если мы вторую фанку. Если ты не а он смотрит и молчит. Сидит и молчит, как дурачок, сука. Так, давайте чекнем, дайте фулл баф. Теперь так, смарт кью, ты бафаешь всем каски, воет кулаки, Виталий, Кун, кресты, раздайте баф. У нас теперь ДЦ, два Эршамы и Эрдру. Я не знаю, что тут должно провести, чтобы это не захилилось все. Все, я запустил Элвин. Что тебе не хватает? Менск, Монарх. Дру, лапку. Тыкните на Смон. Смон, тыкните. Мы будем еще траить? Так, сейчас идет. Как раз траить. Мы сейчас если падаем, мы будем еще травить? Ты заебал. Как некому. Так, все, чек. Шесть престов в рейде. Некому, блять. Все, я запустил, давайте звездочку. Вторую пати какого-то. Да, шипы. Все шипы есть уже. Куда его кинуть? Да вот первый. Во второй пати есть шипы. Потому что я его сейчас туда кину. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд. Паладина, а в первой пати кому уже нужно? ДК что ли? Или ханту? Тот, который кидает МП5, пусть дает по себе кулак. Или каску. Второй пати, говорю, кому нужно. Кулак же на рукой дает паладин. Так МП5 не нужно паладину. Нормально и так. Без МП5. Дайте каски по себе. Ну мне прото просто надо, капец.
Рейл скажет, я сделаю. Паладины без каски. Ну, бей. Бей тогда без каски. Давай на себя 10 минут бафы. Да, не эту монорек или что он там просит. Давай сиди себе. Вы прям гоните, давайте погнали. Сейчас ловушка будет. Перебежали в звездочку. Стоим. Ну вынести. А. Побито. Листа. Хил прохильте. Милики ловушка. Бежали. Ловушку смотрим. Да. Ставлю звездочку. Стоим. Дайте кастару вместо темной. Мирики, 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 мирики. Да-да, перебежали. Звездочки стоим. А, маг, книга. Спал. Милики, и все, давай к РДД зоне ближе веди лича. Ставь звезду. ДД тоже. Сейчас ловушка будет. РДД и все, давайте все на край идем, идем на край, резче, резче на край. Чума, не спал. Тивар рассекающим по влаку, сильнее. Не забудьте про кошку. Поюгим, поюгим, ставьте это там. На пульте на БДК, на пульте духа. Еще тоже на пульте. Шарик. Квадрат все стали. Сел квадрат. Хам, ты сразу лужу лей. Лей в лужу. Умедление. Первая воет кружочек. Виталикун ромбик. Исы смарт-кью. Смотрим валик. Станы. Исы. Смотрим осквернение, мирики перед валями не стояли. Отлично. Рост? А давайте рост. Правильно, стоим. Идет вперед лича, осквернение вперед лича, гнев небес тоже даем, осквернение вперед. Вали, все бьем вали. Объем. Осквернение его не заведи.
осквернение оставляем на краю. За, все, давай, лича в центр, лича, все в квадрат становимся, резче. И все в квадрат. Мы откатились, будем встань. Стан, два стана. Не, на краю оставить. Не, на краю. Все в центр пошли. Стали в квадрат. В квадрат стали. Лича в центр. Стоим в квадрате. Чечные станы даем. Валь бьемся. Бьем все валь. Трусы нету стана. Протопал. Понял. Вальки. Монах, осквернение. Бьем. Выбежали. Какой протопал? Печенька. Сам. Заведение обратно заберет. Не. По ромбику. Блять, я уже хотел за кофем идти. Ты шо? Сейчас служим. Я же разбил. Осквернение, гильдаль. Все на край уходим. Уходим на край. Квадрат на край. ХП гильдай поль. Уходим на ХП гильдай. Да ёбай. Нормалька. Старого духа добиваем. Через 10 секунд чатики открывать можно. Через 10 секунд. О, сейчас можете давать. Мама, сейчас. Есть вы да? Что давать-то? На мою ноги. Да, давай гимн на ногу. Пробей. Квадратом бегаем в комнату. Так, квадрат все ставим. Тут стоим. Тут стоим. На угол забежали. Тут стоим. Теперь тут. Сразу за угол бежим. Подвинулись. Стоим. Ничего не хлопнет, ничего не боимся. Все. Добиваем. Смотрим осквернение. Эльвин. Сейчас осквернение. Квадрате бегаем. Квадрат все ставим. Чтобы
отделить судно от нас, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оставаться во власти ледяной скорби. Эти духов подлетающих. Тут. Дальше двигаемся, ставим там бомба падает. Тут. Зал. Тут. Зал. Все, берите, или что? Квадрат ставим. Ты что зарит сатанистом, что вы его звездами водите? Не, не досмотрим. Ебать. А ты можешь просто нахуй ливать с этой гильдии, или я тебя нахуй кикну? Да нет. Ну там непонятно, он монарх, я видел, где он был, но там что-то лужа под чем развелась. Но он не там стоял. Не бэрис честно. Не надо никого бэрить, стали все в квадрат. Может он бринг прожал? Бринг? Рог? Ну да, Кир его знает. Как по-другому. Shadow Step. В комбат ветки. В Shadow ветки, блядь. Да, да, гриканулся Рога. Ну а как еще сказать, он вообще там не там, не там даже был. Уже под лечом был, а он был возле меня. Типа стали тут, там бомба впереди взрывается. Череду нажал, значит. Вара крип на ХП. Эй, тебе чё? Точно сатанисты звездами водят. Да БДК сатанист. А, да, значит, топол реда было жертвоприношение, да? Давайте. Ты меня не смотришь. За Орду. Хоп. Ключа надо было выносить. Диван надо выносить. Герои Азерота, вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим... Ребята, итальянское шампанское хотите? Все, кто ты можешь нам его доставить? Я не знаю, я жду от вас каких-то объяснений. Почему вы ниже 5-го места? Вы ниже Релла. Да ты не говорил ничего. Обучил Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов. Ну просто ты можешь быть релишь на автоматом, так ты вообще не смотришь на рейд, просто так говоришь. Да? По-другому нельзя или наградить за этот невольный. Кого на Лича добирали? Верзилу. Смарт. Верзилу, вах, маленького. Блять, кого еще? Смарт Хью. Этого Айки Фризи. Ну, в общем, сам начисляй. Вы слышали, да? Айки Фризи, да? Айс Фризи. Я пока лун просто. Короче, только поменяли хила, Хаба начал хилить, у Протопала даже срезку он не прожал, то есть не было необходимости. Это вообще было пиздец. Не последнее благословение.
дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! О, ачивка. Так. Народ, теперь нас. О, теперь нас. Один челик, два. Мать, его не 500. А, я себе накинул уже, не надо, спасибо. Поднимешь 500. 500. Кто там еще был? Смартью. Береги себя. 500. Нарвайте эту пушку танковскую. Бля, сука, проебал, бля. Ролл на коня. Далеко на танка, да?